Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рад вас приветствовать. Меня зовут Дмитрий. Сейчас хотел бы вам представить проект Club Asteria. Значит, Club Asteria – это не MLM проект, это не хайп и не Форекс. Этот проект, он социально направленный, и основная миссия этого проекта – позволить каждому человеку выйти на достойный уровень дохода. Здесь есть возможность создания пассивного дохода, скажем так, довольно приличного, в 400 долларов в неделю. Это будет абсолютно пассивный доход. Вот. Давайте посмотрим более детально. Мы сейчас находимся с вами на официальном сайте компании. Значит, компания американская, зарегистрирована на территории США, штат Вирджиния. Мы эту информацию можем посмотреть на вкладочке «Контакт». Весь проект объединил предпринимателей, бизнесменов довольно крупных, которые инвестировали сюда свои деньги. Вот. И с помощью этого проекта хотят помочь людям достичь финансовой независимости и получать пассивный доход. Создать альтернативный источник дохода, именно пассивного. Давайте сейчас воспользуемся переводчиком сайтов, Google переводчик. Значит, путь к светлому будущему – это основной лозунг компании, это миссия компании, то есть это помощь развивающимся странам, помочь большому числу людей выйти на хороший уровень дохода. Значит, что нам предлагает вообще компания? Каким образом можно здесь сотрудничать и каким образом здесь можно, скажем так, получать пассивный доход? Давайте сейчас зайдем в такую вкладку, называется Membership или членство. Значит, чтобы стать членом этого клуба, есть три уровня членства. Это бесплатное, это серебряное и золотое. Значит, когда вы становитесь бесплатным членом этого клуба, вы просто регистрируетесь в компании, скажем так, ничего не оплачиваете. Тем не менее, у вас уже будет возможность приобретать товары и услуги с этого сайта, возможность путешествовать со скидками. Вот. Ну и также у вас есть возможность, скажем так, распространять информацию о этой программе. Вам дается собственный сайт для дубликации или для спонсирования. Второй вариант – это серебряное членство в клубе. Значит, стоимость его 9,95 долларов в месяц. Это дает уже право серебряному члену клубу получать также собственный сайт для спонсирования, приобретать товары и услуги с сайта. Также уже серебряный член клуба участвует в образовательной программе, то есть здесь уже идут консультации по поводу создания бизнеса, по поводу продвижения этого бизнеса непосредственно в интернете. Вот. И также возможность участвовать, также путешествовать со скидками и участие уже в микрофинансировании и микрокредитных программах, то есть содействовать развитию. Значит, если вы спонсируете человека, и он становится серебряным членом клуба, оплачивает 9,95 ежемесячно, значит, бонус за привлечение такого активного члена стоит 4,50 доллара. Значит, я вам сразу сказал, что это не MLM проект, но тем не менее, с целью того, чтобы эта программа распространялась, и чтобы, скажем так, число членов этого клуба росло, компания использует одноуровневый маркетинг. Таким образом, поощряет активных участников клуба, чтобы привлекали, и мы получаем бонусы только за лично приглашенных людей. То есть в глубину здесь бонусы отсутствуют. Значит, и третий уровень – это золото. Стоимость участия именно золотого партнерства стоит 19,95 долларов в месяц. Вот, и это также дает уже полностью все возможности использовать этого сайта, то есть полностью использовать образовательную программу, обучаться бизнесу, также путешествовать, микрофинансировать и так далее. Если вы привлекаете человека на золотое членство в клубе, бонус составляет 9 долларов. Хочу сразу сказать, что этот бонус, он является пассивным также источником дохода. Ежемесячно, каждый раз, когда активный участник проплачивает участие в этом проекте или проплачивает свой ежемесячный членский взнос, вы каждый раз будете получать за него вот такие бонусы. Сейчас я хотел бы вам показать некую информацию, каким образом можно, став членом клуба Club Asteria, каким образом выйти на пассивный источник дохода. Значит, вы можете участвовать в этом проекте, никого не приглашая, используя только вот этот финансовый план.
А давайте сейчас с вами рассмотрим вот эту табличку. Example 1 называется она. Вот эту вот табличку. Значит, первая колоночка – это недели идут. А вторая колоночка – это состояние вашего счета в компании. Вот, и вот эти три колоночки, они показывают, как именно идет начисление вам комиссионных и каким образом она распределяется. В этом примере рассматривается, если человек стал золотым членом клуба и ежемесячно оплачивает членский взнос $20. Давайте сейчас посмотрим, как именно здесь формируется пассивный доход, вот, и какие преимущества человек получает, участвуя, вот именно являясь золотым членом клуба. Изначально при регистрации оплачивается сумма $20, которая поступает сразу на счет вам. После того, как проходит первая неделя, то есть здесь начисление всех процентов и распределение прибыли происходит каждую неделю. После того, как прошла первая неделя, вам компания начисляет 10% прибыли на ту сумму, которая на данный момент находится на вашем счету. То есть изначально там находится $20, 10% от $20, соответственно, это $2. Что компания делает? Компания берет эти $2, то есть вашу прибыль валовую, да, и распределяет следующим образом. 80% от этой суммы компания реинвестирует обратно на ваш счет, то есть использует так называемый сложный процент. А 20% идет вам на выплату. Одним словом, 80% от $2, это $1.60, они добавляются к вам на счет. У вас становится $1.60. 20% от $2 – это 40 центов. Вот эта сумма – это суммы, которые доступны вам на выплату. Они начисляются еженедельно. Еще раз хочу отметить, что это не инвестиционная компания, это не банк. Здесь люди являются участниками клуба, они формируют свой пассивный доход, участвуют в образовательных программах и извлекают таким образом пользу от участия в этом клубе. Компания занимается продвижением некоторых товаров и услуг с помощью проекта, также участвует в программах микрофинансирования и микрокредитования малого бизнеса, использует доход от денежных переводов. Таким образом, компания получает прибыль от использования вот этих денег, которые поступают от членских взносов, и тем самым потом выплачивают часть прибыли в виде вот этих комиссионных каждому члену клуба. Значит, давайте вернемся о том, как здесь происходит начисление. Значит, как только $1.60 реинвестировался на ваш счет, на вашем счету образуется $21.60 уже. На вторую неделю опять же происходит такая же ситуация. 10% начисляется на эту сумму, из них 80% реинвестируется, добавляется на ваш счет, у вас становится 23.33 и на выплату вам 43 цента. Таким образом, за первую неделю ваши $20 вам принесут прибыли в $1.80. Таким же образом происходит и во второй месяц. Вы проплачиваете еще $20, они к вам поступают на счет, происходит еженедельное начисление вам процентов, и у вас в результате за второй месяц прибыль оказывается уже $4.25. Таким образом, если просто быть членом клуба, оплачивая ежемесячно $20, можно в конце концов выйти на вот такой доход. Давайте посмотрим. Ниже спустимся. Смотрите, начиная с 73-й недели, вы доходите до предела. То есть компания ограничивает здесь наш доход в размере $400 в неделю, либо $1600 в месяц. Для чего это делается? Компания в первую очередь нацелена на долгосрочность. И, друзья, когда я увидел этот момент, что есть ограничение в прибыли, на самом деле это вдохновило меня. И я понял, что это все-таки проект, который будет работать долгосрочно, тем самым помогая большему числу людей именно выйти на вот этот доход. То есть если вы будете просто активным членом в золотом статусе,
то вы на 73-ю неделю выйдете на максимальный уровень дохода в 400 долларов в неделю. Смотрите, что происходит. Очень интересный факт, очень интересный момент. По мере того, как вы оплачиваете ваши членские взносы ежемесячно, вы получаете прибыль. И если правильно прочитать финансовый план, то начиная с 5 месяца вам уже нет необходимости оплачивать ежемесячный членский взнос. Почему? Потому что за первые 4 месяца вы уже получаете суммарную прибыль, которая будет чуть больше 20 долларов. И таким образом, начиная с 5 месяца, вы выходите на самоокупаемость, и вам уже нет необходимости из собственного кармана оплачивать этот членский взнос. И вот на 5 месяц вы также получаете уже 18 долларов 31 цент, и с каждым месяцем сумма прибыли у вас начинает расти. Соответственно, когда вам начислится 53 доллара 69 центов, вы из них 20 долларов пойдет на оплату ежемесячного членского взноса, и, соответственно, 33 доллара 69 центов – это ваша будет чистая прибыль. Двигаясь по такому плану, опять же повторюсь, вы выйдете на максимальный уровень дохода по этой инвестиционной программе, в которой нет необходимости приглашать людей, то есть вы можете пользоваться только вот этой возможностью создания пассивного дохода. На 73-ю неделю вы уже будете получать по 400 долларов в неделю. Есть возможность также ускорить этот процесс, то есть выйти раньше на такой доход. Есть еще несколько здесь примеров в этой табличке, где можно четко проследить, каким образом можно выйти более быстрее к этому доходу. Да, хочу сказать такой момент, что как только новый партнер регистрируется в компании, то если в течение первых 14 дней участник проекта вносит дополнительно от 250 долларов, то компания удваивает эту сумму на счету, и изначально будет сумма 520. Это в этом примере, в example 4, то есть если активный партнер вносит еще 250 в первые 14 дней, то компания удваивает и на счет попадает 500 долларов. Соответственно, изначально у партнера будет 520 долларов на счету. Соответственно, вы видите, что, так, вы, наверное, не видите, но сумма прибыли начинает уже расти быстрее, и срок сокращается порядком в 2 раза. Давайте посмотрим, друзья, что получает активный участник проекта, в каких программах можно здесь еще участвовать. Значит, сейчас мы переведем нашу страничку еще раз. Значит, давайте посмотрим вот здесь программы. Давайте сюда перейдем. Значит, каждый участник программы, каждый участник этого клуба имеет возможность также использовать вот такие программы. Первые три пункта – это инструменты по ведению бизнеса в интернете. Это конструктор сайтов, раскрутка сайта, трафик, увеличение трафика по сайту, email-маркетинг, ну и прочие инструменты, которые помогают продвигать ваш действующий бизнес, или когда вы вступите в Club Asteria, то есть можно будет продвигать и этот бизнес. Также компания проводит обучение, проводит тренировки и предоставляет новые возможности. То есть, находясь в проекте Club Asteria, вы также можете использовать вот эти возможности и участвовать еще в других проектах. Также есть такой торговый центр, в котором будут представлены различные товары и услуги, в том числе и путешествия по скидкам. Вот. И также у нас будет возможность пользоваться денежными переводами по более низким тарифам, так как компания будет заключать договора с различными платежными системами. Вот. Тем самым каждый участник проекта будет пользоваться такими скидками. Давайте я еще раз повторюсь. Вы можете зайти на официальный сайт компании, всю эту информацию изучить, установите себе автоматический переводчик сайтов, чтобы вы могли это читать на русском языке. Вот. Проект абсолютно доступен каждому. Независимо, чем вы сейчас занимаетесь, вы можете быть наемным работником, работать на работе, или у вас какой-то бизнес уже есть, вы занимаетесь сетевым бизнесом, не имеет значения абсолютного. Двигаясь по вот этой программе, вы можете абсолютно не прикладывая усилий, оплачивая лишь ежемесячный членский взнос, выйти на такой интересный пассивный доход 400 долларов в неделю. И, соответственно, если вы активно будете заниматься проектом, у вас есть возможность расширить ваши возможности путем привлечения новых партнеров и получения бонусов от активности каждого партнера.